12 сентября 2015 года впервые стартовал конкурс макетов «Москва глазами молодых градостроителей», организованный Департаментом градостроительной политики города Москвы. В конкурсе приняли участие студенты строительных колледжей, архитектурных и строительных университетов, а также ученики архитектурных школ, которые представили на рассмотрение конкурсной комиссии свои разработанные макеты новых или уже существующих объектов города Москвы. Работы участников представлены в номинациях «Москва сегодня. Новый взгляд на привычные вещи», «Москва будущего. Лучший город Земли», «Экскурс в прошлое», «Москва 100 лет тому назад». Свободная номинация «Образ Москвы».
Работы финалистов вошли в состав экспозиции временного выставочного центра градостроительного развития города Москвы, размещенного на территории ВДНХ.